Привет, Гарри. Я видел, что ты идешь. Все могло быть хуже, поверь мне. Вас уволили? Нет. Нет. Я сам решил уйти. Уйти? Почему? Ну, кто-то проговорился о природе моего поведения. Завтра с утра налетят совы с возмущенными письмами родителей. Ну, что такой, как я, учит их детей. Но Дамблдор... Дамблдор уже достаточно рисковал за меня. И потом, такие, как я... В общем, я давно уже к этому привык. Ты чего такой печальный, Гарри? Все было бессмысленно. Петтигрю сбежал. Как это бессмысленно? Гарри, ты глубоко заблуждаешься. Ты помог узнать правду. Спас невинного человека от ужасной гибели. Это дорогого стоит. Я горжусь, что ты так многому научился. Так, я уже не твой учитель. Я без всяких угрызений совести отдаю тебе это. Пора попрощаться, Гарри. Но мы еще с тобой встретимся. А пока шалость удалась.